Для добровольцев Сочи 2014 это хорошая возможность продемонстрировать свои навыки, отточить командное взаимодействие, увидеться с друзьями-волонтерами. И, конечно, это важный этап подготовки к играм Сочи. Волонтеры будут встречать спортсменов в аэропортах и на вокзалах, оказывать помощь в заселении в гостиницу и получению аккредитации, сопровождать атлетов на тренировках, соревнованиях и экскурсиях по Москве. Добровольцы уже прошли специальное обучение, получили подробную информацию о легкоатлетических видах спорта, о гостях чемпионата и правилах реагирования в различных ситуациях. В свободное время волонтеры планируют посетить соревнования, поиграть в футбол и волейбол, погулять по Москве. На память у ребят останется фирменная экипировка. К слову, по данным международного исследования, в 2012 году Россия впервые попала в десятку стран по количеству людей, занимающихся волонтерством.